У наших соседей в Прикамье полицейские и чекисты при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали главного госинспектора Березняковского таможенного поста, который, по версии следствия, за взятки, размер которых пока не озвучен, проставлял нужные печати в документах лесопромышленников. Те беспрепятственно и в самые короткие сроки сплавляли за бугор через таможню уральские лесы пиломатериалы. Следственный комитет, сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело о мздоимстве. 290 статья УК, часть 2, получение взятки, которая может обернуться для главного таможенного инспектора зоной от 3 до 8 лет и штрафом на кругленькую сумму в несколько миллионов рублей. Полицейские чекисты провели обыски и выемку документов в начальственных кабинетах не только Березняковского округа, но и Соликамского и Верещагинского тоже. И еще следователи возбудили уголовное дело по близкой 291 статье о даче взятки в отношении служивого человека, который свел таможенного инспектора с лесопромышленниками, продававшими за границу древесину и готовые пиломатериалы. Посреднику грозит до 5 лет вдали от таможни.